Ассаламу алейкум, приветствую всех. Меня зовут Шаропов, этим по прозвищу Торнадо. Это мой уже четвертый бой на голых кулаках в лиге Топ Дог. Замотивирован вернуться на победную тропу. Ребят, всем привет. В этот раз идем только за победой. В бою буду вести себя хладнокровно, жестко и яростно. Поэтому вы увидите очень крутой поединок. Тренировался до седьмого пота, чтобы биться до последней крови. Прямо сейчас в нашем небе столкнутся две звезды. Одна из которых давно сияет на небосклоне, а другая зашла совсем недавно. Чемпион Таджикистана и Татарстана по боксу Матин Шаропов по прозвищу Торнадо! Отличный боксер родом из солнечного Таджикистана. Несмотря на свою скромность, уже первым своим боем на Топ-Дог-Проспект он показал, что является одним из сильнейших и самых перспективных бойцов дивизиона. А последующими за этими двумя досрочными победами на голых кулаках лишь подтвердил это. Но не все в жизни так ясно, как небо над его родиной. И он оступился. Потерпел громкое поражение в своем прошлом бою. Но это не сломало его, а лишь придало сил и желание доказать, что он тот, кем вы считали его прежде. Матин Шаропов! Настоящее торнадо! Ну а этого бойца вы любите уже давно. Николай Терехов по прозвищу Ебоши! Назад Коля попал к нам, просто попросив на конференции об этом. Мог ли тогда кто-то представить, что это всерьез? И что этот парень валит с двух рук так, что упасть может каждый, кто встанет на его пути. А его прозвище, при объявлении которого детям закрывают уши, так полюбится всем фанатам кулачных боев. Ведь все любят звезд из народа, а он именно один из них. Ваши овации Ебошеру! Бойцы, приветствую вас. Внимательно слушайте мои команды. После команды «Стоп» не работаю. Работайте чище. Судья! 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 Первый раунд. Тайм. Файт! Стоп! Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Шесть! Семь, восемь, продолжаем. Файт! Стоп! Осторожней ногами. Файт! Правый прямой, левый боковой.
Смотри, на месте почему? Пока Один. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Работаем. Шаг на меня сделай. Файт! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Руки дай сюда. В сторону шагни. Ага. Фай! Стоп! Раз, два, три, я все вижу. Четыре, пять, шесть, семь. Восемь. Файт! Стоп! По углам. Молодец, Бога. Молодец. Смотри, и стандартный боевой лучше получается. И стандартный боевой лучше. Все, что он делает, дальней рукой. Встреть в этот момент правым прямым, правый прямой, левый боковой. Как сближается? Подними его снизу. Понял меня? Смотри, сейчас передняя, подсел и сзади. Аля, но собрано. Сейчас будет приседать. Дай правый прямой, левый боковой. Сближение нахуй, дай ему снизу, понял? Середина. Не отвлекайся, брат, давай. Не зарубайся. Следите за здоровьем, повнимательнее. Если что, имейте в виду. Капа, капа. Второй раунд, второй раунд. Второй раунд, второй раунд. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Шаг в сторону. В другую. Файт! Стоп! Капу дай. Я думаю, бойцы готовы, и зрители к объявлению победителя из этой схватки. Середина. В этом бою победу нокаутом во втором раунде одерживает Коля Ебошин! Только уважение. Коля, поздравляю тебя с победой.
Хочется от себя еще раз выразить уважение и тебе, и твоему сопернику за волю к победе. Он вставал несмотря ни на что, но слишком мощен ты в этой весовой категории и не смог закружить тебя торнадо в свой вихрь. Скажи нам о своей новой подготовке и о планах, которые построились после этой победы. Друзья, вообще я хотел очень много чего сказать, но, наверное, забыл уже, блядь, точнее все. Короче, вот что хочу сказать. Моя новая команда во главе Ромы в Бупасе — это просто пушка. Всей нашей команде большое спасибо. Всем, кто сегодня сюда пришел, я чувствовал вашу поддержку и слышал ее. Роме, вот сердечко за то, что он меня подготовил. Я его люблю и люблю всю нашу команду. Очень люблю свою девушку. Хочу теперь кое-что сказать. Эту победу я посвящаю Коляну Топ-Дог! Это тебе, Колян! Красавчик Колян! Мы вручаем тебе бонус, с которого придется вычитать за твои матерные слова в твоем послебоевом интервью. Но... шучу. В целом, помимо этого, подарок от нашего партнера, от кого и бонус для тебя, букмекерской компании «Олимбет». Спасибо тебе за этот красочный поединок. Пора меня уже амбассадором делать, «Олимбет». Амбассадором мата мы можем тебя сделать в любой... Сори. Все. Николай Терехов. Ну и, конечно, ваши аплодисменты. Матину Шаропову, который бился, несмотря ни на что. Хочется сказать от себя, я уже ему эти слова передал. Слишком маленький Матин для весовой категории 59 килограмм. Видимо, из-за него придется вводить все-таки весовую меньше. Посмотрим в будущем об этом. Но и дадим ему пару слов. Всем спасибо. Если честно, Николаю, мое почтение и уважение, поскольку... после моего первого боя я хотел с ним разделить это сено. Он красавчик, как ты сказал ранее. Я почувствовал, что я физически уступаю. Я мал. И как мама сказала, шрамы украшают мужчин. Пусть эти шрамы не дойдут от сердца. Поэтому... я думаю, Матин, ты вернешься сильнее. Мы подыщем для тебя соперника твоих все-таки габаритов, и там уже ты покажешь все, на что ты способен. А после боя дадим тебе еще и бонус лично от нас. Матин Шаропов, настоящая торнадо! Здравствуйте, я Давид Хачатрян, ներկայացնում Հայաստանը, Էջմիածինը, լավ պատրաստ եմ ու մենակ հաղթանակի համար եմ կռվելու. Всем привет, меня зовут Алексей Мельник, провожу свой 10-й бой в организации, уже в новой весовой категории. Всем приятного просмотра. Прямо сейчас перед вами предстанет бой, который сложился стихийно, и в котором две разрушительные стихии столкнутся друг с другом. Ветер и пламя, огонь и вода. Вятский князь и император, он уже здесь. Встречайте, Давид Хачатрян! ММА, чемпион Армении по кикбоксингу и К1, участник боев по бирманскому боксу, рожденный в древнем армянском городе Эчмиадзин
Император во второй раз подряд выходит на нашу кровоточащую арену и хочет испить ее до дна. Ведь в своем первом бою в топ-дог соперник не смог утолить его жажду битвы. И поэтому он вернулся к нам вновь. Да прольется кровь! Давид Хачатрян! Десятый раз, как дома в нашем ринге, Вятский князь Алексей Мельников! Мужики всегда славились на Руси своей удалью и любовью к кулачным забавам. И Леха Мельник не исключение. И кто, если не он, должен был первым в истории топ-дог пробить десятку на кулаках. Многое было на пути его. Победы, поражения, чемпионский перстень, который так манил своим блеском, но в последний момент ускользнул из самых рук. Но руки эти всегда были готовы к бою. К бою с каждым он не выбирал. Он всегда был готов драться, как дрались его предки, и будут драться его потомки! Бойцы на середину. Добро пожаловать в топ-дог, пожали руки, парни. Покажите красивый поединок, меньше грязи, больше бокса. Хорошо? Удачи. Судья готов. Первый раунд. Тайм. Файт! Стоп, не держим. Спокойнее. Бах! Готов? Готов? Они
Арутсуна Аверикана. Арутсуна Аверикана. Арутсуна Аверикана. Китат Геннадзе на честь, Карл Шенчес. Идет он навстречу, идет навстречу. Бойцы на середину. Второй раунд. Второй раунд. Тайм. Файт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Драться будешь? Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Аплодисменты Давидову! Алексей Мельников, Брянский на середину. В этой ожесточенной схватке
Победителем стал лишь один. Нокаутом во втором раунде вернувшийся Вятский князь Алексей Мельников! Леха, ты вернулся к нам и забираешь бонус от букмекерской компании «Олимбет». Любовь нашей публики в самое сердце. Расскажи нам о своем возвращении. Спасибо, хотел сказать своему сопернику. Он прям спас бой. Красава, спасибо за бой. В любое время по боксу нам реванш. Спасибо. По боксу. По ММА. То же самое произойдет по ММА, только наоборот. На самом деле хотел поблагодарить всех тех, кто меня поддерживает, несмотря на обстоятельства. Несмотря на поражение и проигрыши, все, кто топит за меня, всем спасибо. Я вас всех уважаю. Хотел поблагодарить своего тренера Андрея Чурука за эту подготовку. Саню Субботина. Менеджера своего, который спасал бой. Юра, спасибо. И своего первого тренера по боксу. Серега, по-любому сейчас смотрит, болеет. Серега. Хотел сказать, я в СМИ до этого боя упоминал имя Расула Мирзаева и хотел с ним подраться по боксу. Я думаю, неплохой заявкой этот был бой. Так что, Расул, свяжись со своим моим менеджером или кто там у тебя. Я готов подраться. Спасибо тебе, Леха, за эту речь. Ну и давайте дадим слово Давиду. Давид приятнейший парень. У него прекрасные душевные глаза и большое сердце. Он сражался для вас сегодня, чтобы показать красочный поединок. Спасибо всем. Вышел на замену на коротком уведомлении и спас этот бой. Еще раз аплодисменты Давиду Хачатряну. Спасибо. Наш скромный подарок от нашего спонсора, букмекерской компании «Олимбет». Вятка, Юго-Запад, Мельник на связи.